у вас дела? Может, я могу помочь вам поделиться с выбором? Нет, спасибо, я еще в процессе. Я выписал все плюсы и минусы данных моделей, теперь их буду сравнивать. Итак, дизайн. Дизайн лучше у этой. Вау, вы так ответственно относитесь к выбору тостера? Да, я люблю, когда мои расходы оправданы. Все, не мешайте, пожалуйста. Итак. Короче, вбегает теща в панике, видит, что микроволновка в хлам, а я ей такой говорю. А я вам говорил, что без меня технику не стоит брать. А в душе ору. Да ты что, там такой цирк был. Да. Так что, микроволновка вам нравится? Да подожди ты с микроволновкой, лучше послушай еще одну историю. Алло, Люба, здесь нет розовой плойки. Да я спрашивал честно. Сейчас еще раз прошу, вот слушай. Скажите, а у вас розовой точно нету плойки? Есть разные цвета, но розовой, к сожалению, нет. Вот слышала, я же говорил, что нету. Так что брать желтую? Ладно, сейчас сделаю фотки и сброшу. Давай. Здравствуйте, значит, мне нужен хороший телефон, цена, качество. Хороший. Смотрите, есть хороший смартфон, цена, качество. Ага, а сколько он стоит? 8000. Ага, я понял. Значит, забыли про хороший, мне нужен телефон, цена, качество. Просто цена, качество. Чтобы... Смотрите, есть смартфон, цена, качество, двойная камера, широкий большой дисплей. Кутяк, а сколько он стоит? 5000. А, я понял. Забыли про качество. Мне просто нужна хорошая цена. Мне нужна. Ну вот, смотрите, хорошая цена. Простенький смартфон. 1500. Вот такой мне нужен. У вас здесь кредиты дают? Да. Так, пункт 49, количество кнопочек, и побеждает вот этот. Ура, вы определились. Могу оформлять вам покупку? Подождите, с тостером я определился, но мне нужен еще кухонный комбайн. С удовольствием вам помогу. Кстати, а вы знали, что у нас на сайте можно выбрать любой товар? Там еще и обзоры есть. Да ладно. Нужно будет зайти, конечно. Добрый день, вам чем-то помочь? В смысле? По-твоему, я выгляжу так, как будто мне нужна помощь? Я не это имел в виду. Да мне плевать, что ты имел в виду. Администратора сюда, прям сейчас, быстро вообще. Хорошо. Я научу вас общаться с клиентами. Сколько здесь оперативки? Здесь 8 гигабайт. Ага, 8 гигабайт. Да, а процессор какой? Core i7 с частотой 2,7. 2,7, да, значит. Ага, а сколько SSD здесь? На 500. На 500? А ничего, что на сайте 256, а? О, простите, 256 здесь, да. Хорошо, давайте дальше. Матрица какая здесь? Это один из лучших и дорогих телевизоров, которые есть у нас в магазине. Да? И сколько он стоит? 89 999. Отлично, заверни мне два. Тут же хорошая сковородка, берем, а? Я вообще-то себе в подарок на день рождения не хочу сковородку. Я хочу сережки. Вот опять ты эгоиста включаешь, думаешь только о себе. На сережках мы не приготовим мясо, а на сковородке самое то. Что? А ничего ты, что я тебе на день рождения подарила бритву? Все, берем сковородку. Здравствуйте. Классная мультиварка, могу рассказать подробно. Да нет, спасибо, я так чисто смотрю. Но на данную мультиварку действует акция. Серьезно? Да, на нее действует скидка 20%. Фига себе, тут она мне сразу понравилась. Да, но у нас есть еще такая, но она подороже. Да она мне вообще не нравится, да к тому же подороже. Мне что-то простенькое, вот это самый раз. Да, но на данную мультиварку действует скидка 30%. Слушайте, она не такая уж и плохая, в принципе. Да и к тому же дороже, значит, качественнее. Кстати, при покупке данной мультиварки вы получаете в подарок сковородку. Знаете что? Она мне первой понравилась, я ее беру, точняк. Осталась последняя мультиварка по 50% скидке. Так это вы пока подождите. Что за мультиварка? Какие скидки? Мощность данного блендера 500 ватт. Ой, извините, телефон сейчас. Алло, да. Да, Кирюш, ну все, давай, да, завтра в баньку сходим, ага, давай. Извините, поработать. Ваня, так на чем мы остановились? Смотрите, значит, мощность 500 ватт. Ой, извините, опять звонок, сейчас, буквально минуточку. Алло, да, да. Что, вам подходит товар? Ну, не знаю, здесь какая-то точечка. Я, наверное, еще посмотрю. Спасибо. Это плаза крутая, да. Да, в двойку на такой ништяково в 19-ю фифу погонять. Вот это тоже железо. Ого, это 4К, прикинь. Ребят, вам что-нибудь подсказать? Да нет. Можно мы просто посмотрим? Что? Да.
О, пойдем, ну ты прикольный, посмотрим. Ой, нифига себе, точно. Ребят, подождите, это еще не все. Мы вместе с Конфи разыгрываем вот такой вот крутой смартфон Honor 8X. Здесь большой экран, две крутые камеры, и этот телефон потянет любые игрушки. А для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно поставить лайк под этим видео, подписаться на канал Конфи, а также в комментариях указать ссылку на любую вашу соцсеть. Ну а результаты конкурса вы увидите на этом канале 12 декабря. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и не пропустите видео. Всем спасибо, пока.